Доброго здравия, друзья! В этот рассветный час происходит наполнение, поэтому приветствуем солнышко и приветствуем самого себя. Каждый день — это день рождения и в то же время день ухода, потому что солнышко приходит и уходит. Это происходит видимо, да, то есть мы наблюдаем за этим. Точно так же происходит рождение души и ее уход. И знаете, эти события, они настолько волнительны, настолько трепетны, что, наверное, переживание этого всего, оно приносит что-то большее гораздо в жизнь. Оно дает возможность понять, принять, насколько жизнь быстротечна в видимом ее проявлении. Но в другом проявлении она бесконечна, потому что дух, он бесконечен, он находится вне физической вселенной и создает ее. В этом и есть счастье. Счастье в том, чтобы осознавать себя, понимать свою истинную духовную природу. И понять ее можно, когда вы идете глубже, глубже. Это может быть связано с огромной болью, это может быть связано со страданием, потому что вы проходите через все это. Но когда вы проходите, вы осознаете себя, вы осознаете свое истинное «Я». И поэтому я вот занялся практикой аудитинга, процессинга не потому, что, наверное, у меня была какая-то суперхорошая жизнь, а потому что я не знал ее. Я могу сказать, что после 20 лет у меня до сих пор остаются вопросы, которые я прохожу, которые я рассматриваю. Но это моя жизнь. Моя жизнь, она и философия, и религия, ее исконном понимании соединения с самим собой или с Божественным, со Вселенной. Это возвращение к самому себе. Это то, что дает возможность нам вновь почувствовать счастье и радость жизни. Это благодарность. Благодарность самому себе, благодарность всем живым существам. Поэтому, друзья, я искренне благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы смотрите это видео. Я благодарю Вселенную, я благодарю всех и каждого. Потому что то, что создается, это наше творение. Творение каждого из нас в этой реальности, согласованной реальности. Но мы можем это все рассоздать. У кого-то есть плохие какие-то негативные переживания, боль, страх. Это присутствует в жизни, потому что мы создаем это. Часто неосознанно. И вот взять это под свой контроль, осознать это, к этому и приводит процессинг. То есть мы идем вглубь себя, убираем это и рассматриваем. Это все доступно. Можно онлайн написать мне, позвонить. Самое главное – это ваше желание, ваша осознанность. Поэтому, друзья, искренне приглашаю вас в Академию Счастья для того, чтобы понять себя, для того, чтобы осуществить свою главную мечту – вернуться к самому себе. Благодарю вас за то, что вы есть. Пишите, звоните. Буду рад. Всего вам доброго, друзья.